можно функцию грандия составной игры получить из функции грандия двух отдельных игр. Прежде чем я скажу правила, давайте вот для той игры нарисую картинку. Так, значит, там уже вы вычислили, тут получается 0,1,2, 0,1,2, ну хватит, а тут 0,0,1,1,2, вот так далее. Теперь вот отсюда можно перейти сюда, но здесь больше здесь фактически повторяется. Поскольку вниз нельзя ходить, то просто повторяется вот такая вот. Здесь будет 0, потому что можно перейти в единицу и в единицу. А здесь, смотрите, здесь можно перейти в 0, можно перейти в 1, можно перейти в 2. Поэтому вот здесь будет 3. А здесь будет 1. Потому что вот 1, вот 0. Тут тоже 0. Тут снова 0, тут снова 3 и так далее. Дальше по цифрам. То есть это сумма, по сути. Ну, на самом деле сумма, да. Но какая сумма? Ну, это не совсем прям сумма, потому что вот здесь один, а здесь ноль. Нимсум. Правильно. Но давайте убедимся. Дальше посчитаем по определению и проверим, что действительно нимсум того, что вот, да? Вот здесь вот и вот здесь. Значит, отсюда можно перейти вот сюда, вот и вот сюда, вот, то есть тут ноль. Отсюда в ноль, один, в два, это три. Отсюда 3, 0, 0, 1. Ну, дальше повторяется. И, наконец, вот здесь вот. Отсюда можно перейти в 2 и в 0. Поэтому будет 1. Отсюда можно перейти в 1, в 2, в 3 и в 2 снова. А, сейчас, подождите, здесь 3 будет. Здесь в 2, в 0, в 1, да, здесь 3. А здесь можно перейти в 3, в 2, в 3, в 2, поэтому 0. Значит, здесь 0, 3, 1, 0, это 2. Ну и дальше. Ну и в том ряду, в общем, тоже повторяется. Да, здесь 0, 0, 0, 1, 1, 0, 3, 3, это 2. Здесь 2, 1, 1, 1, 0. Вот и так далее. Вот. Ну вот действительно получается, что число в клетке это нимсумма того, что стоит в нижней строчке в этом же столбце и того, что стоит в левом столбце в той же строчке. Да, вот это 3, это 2 плюс 1. Да, здесь 3 это 1 плюс 2. Здесь 0 это 1 плюс 1. Здесь 2 это 2 плюс 0. Здесь 0 это 2 плюс 2. Вот эти две строчки одинаковые, потому что и там 0 стояло. И вот эти две строчки одинаковые, потому что и там единица стояла. Вот. А вот это от них отличается. Теперь общие правила. Общее правило такое. Во-первых, нужно ответить, что такое сумма игр. Сумма игр. Это сначала определение. Сумма игр – это игра позиций, в которой это пара позиций в двух играх. Игра позиций, в которой это пара позиций. А ход – это ход в одной из игр, любой. И, соответственно, оставление неизменной позиции в другой, да, то есть изменение одной позиции в любой из игр с неизменной в другой позиции. Это сумма двух игр? Ну, если пара, то сумма двух игр. Но дальше, если вы умеете суммировать две игры, то дальше вы к сумме можете добавить третью, к сумме трех четвертую и так далее. Ну и дальше можно доказывать какую-нибудь ассоциативность, что не важно, в каком порядке вы складываете. Пара двух позиций, пара из двух позиций, а ход – это изменение одной из позиций при сохранении другой. Вот теорема заключается в том,
что функция гранди от суммы игр это ним сумма функции гранди от каждой из этих игр, равна ним сумме функций от этих игр. Можно доказывать эту теорему и еще поговорить. Но тогда мы ограничимся только вот такими вот значениями вот таких вот игр, которые из ним берутся, да, то есть равноценно. А можно оставить эту теорему без доказательств, она, в принципе, очень сложно доказывается. Последние полчаса говорить про неравноценные игры. Хорошо, значит, тогда это доказательство. И еще раз одну теорему я сформулирую. На самом деле, частный случай эту теорему уже доказали. Потому что если вы рассмотрите ним из одной кучки, то там как раз сколько камней в кучке, такая функция гранди. Да, согласитесь? Вот. И как раз, если ним сумму размеров кучек, то это как раз по этой теореме функция гранди от составной игры. Но прямо это мы еще не доказали, но, по крайней мере, мы доказали, что если вот эта самая ним сумма равна нулю, то это проигрышная позиция, если эта сумма больше нуля, то это выигрышная позиция. Да, то есть в частном случае мы это доказали. Вот. И есть связанная с этой теоремой, теорема Шпрага-Гранди, да, что на самом деле любая позиционная, любая равноценная игра эквивалентна некоторой игре ним. Это называется теорема Шпрага-Гранди. Любая равноценная ним эквивалентна ниму из одной кучки с G от X камней. Вот. А что значит эквивалентно? Это означает следующее, что если возьмете их сумму, то есть их сумма побеждает второй игрок. Ну, в принципе, вроде вот из этой теоремы это очевидно уже следует. Да, поэтому вот это самое главное. То есть получается, мораль этой истории следующая, что у каждой равноценной игры есть некоторое значение. Это значение – это функция гранди. И это значение при комбинировании игр при помощи суммы ведет себя по правилам ним сложения. Тут возникает некоторая арифметика, на самом деле, которая немножко отличается от обычной арифметики, да, там сложение без переносов, в смысле ним, но любой игре можно сопоставить значение в этой арифметике.